Предлагаю вашему вниманию, дорогие друзья, очень простой рецепт быстрого приготовления вкуснейшей капусты с болгарским перцем, чесноком, луком и морковью. Уже где-то через минут 30-40 после приготовления ее можно смело подавать к столу. У меня кочан капусты весом 3 кг. Я разрежу его наполовину, и получается, что в работу у меня уйдет 1,5 кг капусты. И необходимо тонко нарезать капусту. Можно воспользоваться специальной теркой для капусты, а можно обычным ножом это сделать. Выбирайте удобный для вас способ. Ну вот примерно так я нашинковала капусту. Отодвигаю ее прямо здесь же на разделочной доске немножко в сторону. Беру болгарский сладкий красный перец и нарезаю полосками, где-то шириной 1 см. Одну головку репчатого лука нарежу полукольцами. Дальше возьму пару зубчиков чеснока, разрежу их. И морковь натираю на терке для моркови по-корейски. И прямо здесь же на рабочем столе, вы можете поместить в какую-либо глубокую тарелку, я вот так вот руками все это перемешиваю. Возьму 3-литровую банку и наполню ее капустой с овощами. Как раз вот этот объем овощей, который я вам показываю по объему, и получается хватает на вот эту 3-литровую банку. Дальше беру кастрюлю, наливаю 1 литр туда воды, добавляю крупную соль 3 столовые ложки и сахара 6 столовых ложек. Добавлю буквально пару листиков лаврового листа, немного гвоздики и примерно где-то 2-3 столовые ложки растительного масла без запаха. Перемешаю и поставлю на огонь, доведу до кипения. Сняла кастрюлю с огня и в закипевший маринад вливаю уксус. Размешаю и сразу же этим маринадом заливаю подготовленные овощи. Овощи должны полностью покрываться маринадом. Капуста немного осядет, и через минут где-то 30-40, когда овощи уже остынут, можно капусту подавать к столу. В холодильнике в закрытой банке ароматная хрустящая маринованная капуста может храниться до 2 недель. Вот так, дорогие друзья, просто и быстро можно приготовить отменную закуску. Попробуйте. Ее не стыдно даже подать на праздничный стол. С вами была Ксюша. До новых встреч!